помещение о дальнейшей судьбе Харьковской области вправе решать только жители Харьковской области. Харьков, 1 марта 2014 года. Уважаемые харьковчане, вот я хочу привести один пример вам, чтобы вы поняли, что сегодня такое, то, что предлагает предприниматель, как он говорит, без работы. У нас тысячи, десятки тысяч, миллионы людей без работы. Но если вы хотите на волне создать анархию здесь, мы против. Если вы призываете людей, противостояние которых накалено до предела, и оплот, и правый сектор, здесь вместе за один стол. А кто мешает? Кто? Но вы скажите, зачем вы сейчас здесь призываете к этому? Зачем вы сейчас призываете, чтобы вы стали давать оценки, кто коррупционер, а кто не коррупционер? А не ли вы хотите сейчас посеять здесь начало этой революции? Вы? И я считаю, что если кто хочет сказать такое слово, у нас есть здесь народная артистка Украины, наша харьковчанка Нина Шестакова, которая хочет спеть песню про Харьков. Давайте мы, наверное, с вами разрядим обстановку, и мы уже все прекрасно понимаем. Давайте поприветствуем Нину. Так, это уже даже не провластный митинг, а митинг, я даже не знаю, поддержка чего, России, наверное. Листовки кричат «Харьков, русский город!» Женщина стояла. Харьков, 1 марта 2014 год. Дорогие харьковчане, я думаю, что у каждого, кто собрался сейчас... Огромная страна. Так получилось, что у нас нет одной истории, одного языка, одной религии. Но у нас есть одно будущее. И это будущее... будет счастливым только в том случае, если нас будут слышать. На этой площади 100 тысяч человек. В
Харькове живет почти 1,5 миллиона человек. И все люди, Так, харьковчане, я вас очень прошу, останьтесь все на площади. То, что там сейчас происходит в стенах администрации, это провокация для того, чтобы мы тут друг друга затоптали. Стойте все здесь, никуда не бегите. Вы должны знать, что в администрации занесено оружие, коктейли Молотова. Они специально хотят здесь создать такую давку и толкотню. Стойте здесь все, пожалуйста. Я вас прошу, не двигайтесь в сторону администрации. Пожалуйста. Это провокация. Те люди, которые там сейчас должны выполнить свой долг, это только правоохранители. Мы стоим все здесь и говорим: за Харьков! 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 Я хочу сказать, что сейчас рядом со мной Анатолий Денисенко, и он сказал, что он не предаст позиции Харькова. И мы
Я думаю, что все, кто сегодня присутствует здесь, наверное, четко понимают, что наш здесь митинг, наша встреча — это мирный митинг и мирная встреча. И то, что сейчас происходит агрессия у стен администрации, там сейчас уже летят палки друг друга и так далее. Я призываю всех, кто меня слышит, прекратить любые действия, направленные на противостояние. Мы не должны делать так, чтобы мы начали рушить и противостоять друг с другом. Я хочу сказать всем спасибо, кто сегодня пришел на площадь. Я хочу вам пожелать хороших выходных дней. Я хочу вам пожелать, чтобы начало весны для нас всех было радостным днем. Чтобы мы готовились к 8 марта поздравить любимых своих женщин. Чтобы они чувствовали рядом с собой мужчин. И чтобы мужчины, те, кто может сегодня, здесь, сейчас, сделали для себя один вывод, что мы должны будем защищать наш Харьков не только сегодня, не только завтра. Мы должны защищать наш Харьков всегда и во все времена. Всем большое спасибо. Мы будем с вами встречаться и собираться в любой день, по любому поводу. Главное, чтобы для нас, для всех был результат. Это безопасная жизнь, удобный город, комфортный город, город, у которого есть история и есть будущее. Чтобы наши дети, наши мужественные люди и смелая молодежь знали, за что они защищают памятники, за что они защищают наши исторические ценности. Спасибо всем людям, которые сегодня здесь были и еще будут с вами встречаться. Мы закрываем нашу встречу, но мы с вами не прощаемся, потому что я прошу всех еще раз организованно отдыхать и не обращать внимания ни на какую агрессию. Мы победим! Мы победим! Мы смелые и сильные! Мы умные и мужественные! Мы успешные! Так тому и быть! Спасибо всем! Все, пошло стекло. Тань, слышишь? Ну ладно, вы там же находитесь, да? Не-не-не, сюда точно не надо. Здесь как бы камни летят. Раз это самое. Саморазбор. Хорошо, давай. Так окнись просто там, чтобы я вас потом нашел не искал. Хорошо? Я просто на все, давай. Да.
Харьков! 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 Харьков!
по 14-й год Харьков. Сегодня у нас 1 марта 2014 год. Наступила жаданная весна. Или весна жадана. Облгосадминистрацию захватили пророссийски настроенные силы. Не могу ручаться, кто конкретно, но то есть сами россияне или просто пророссийски настроенные граждане. Облгосадминистрации флаг Украины. Алло. Что? Слушаю. На площади Свобода. Сейчас Сумская открыта, ездят автобусы. Ездят все. Сумскую, говорю, уже открыли. Конечно. Открыли Сумскую, ездит транспорт. Во втором этаже обладминистрации российский флаг. Перед ним экскаватор, тоже демонстранты с российским флагом. Спецназовцы, я вижу, или беркутовцы, не знаю, милиция, в общем. Батя, я прям сейчас снимаю, так что мне крайне неудобно разговаривать. Давай как-то потом, хорошо? Я уже скоро еду домой. Я скоро еду домой, я здесь сейчас вообще не потому... С ним, да, я ехал по своим делам и вот увидел, что здесь, я думал, здесь все разошлись давно. Тут, оказывается, народ и есть. С ним говорю тебе. Да.
Да, да, есть. Есть, я взял. Батянь, хорошо, все, давай, давай, пока, неудобно. Давай, давай, пока, хорошо. Хорошо, пока, давай. Вот такие пироги. В общем, уборка. А, кто-то приветствует даже. Люди кровожадные создания. Сегодня при штурме я стоял, записывал видео, вокруг меня женщины кричали, кричали. Раз пять его, ну, пленного вели, захваченного. На предыдущем видео, я думаю, можно будет посмотреть. Именно раз пять, порвать, раз пять. Древний Рим какой-то, господи, цивилизация. Все, люди отдыхают, все хорошо, все довольны. Так, теперь самооборона тут, я так понимаю. Thank you.
опять будете спать. Надо, блядь, идти на шаг вперед. Вы спите. Так, тут у нас даже каре какое-то строится. Кто посылает воинов и победы освещает город и вражеский крепник, и тут прямо солдаты латают травы, и прямо, прямо кровь, как из крана, гаснут лампады в храмах, когда хоронят героев, еще жены готовятся к последнему бою, солдат смотрит в небо, он не видит Бога, сам себя и шепчет, который не Бог. Харьков, 1 марта, 14 год. Пацаны, в строй, становитесь, вы же мужчины. Становитесь, в строй. Достали. Достали, обучен, ты что сказал, что нет? Посмотрите внимательно. Я же сейчас могу из толпы сделать перерыв. Ладно, по крайней мере, строится. Вот зовут Алексей. Все же понятно, да? Вы знаете, 10 игрок. Харьков, 1 марта, 14 год. Харьков. Государственная администрация сегодня днем захвачена в
проросійські настроєні демонстранти. Алёна, вообще у меня аккумулятор съел. Если б работал, бы я включил. Где-то 18:30 по Киеву. Сейчас. Как раз прибирают мусор, осколки. Там у нас флаг Украины. Ну, уже хорошо.